urine. A few moments later. Привет, с вами Сирч, я СМИ, и я умею кататься вот на этом деле. О том, что этим пакетом дается такой. Sometimes I get a good feeling, yeah. Get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never. Повелись, да? Думали, что сейчас будет чувак с телеком, а нет. Вкратце расскажу о том, где я был и что я видел. Был я на Alpha Future People, за что большое спасибо Билайну, который уже третий год является технологическим партнером фестиваля. С их безлимитным 4G я просто всех задалбывал своим перископом, но это того стоило. Делился кусочком АФП в режиме онлайн. Кстати, их безлимитные ништяки можно чекнуть тут. На АФП вообще можно все, ну, в пределах разумного. Мы были все фестиваля, там, откуда топовые диджеи зажигали толпу. А еще нас кормили едой. Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам. Все ведь так говорили в лагерях, да? А если вы до сих пор так говорите, то стоит потерпеть до 18 лет и обязательно двинуть на этот фест. В этом году это было вот так. Шума! А еще, короче, есть умный дом, но не такой умный, как я. Сюда нажимаешь, и окна туманятся и растуманятся. Жалюзи туда и сюда, и вниз тоже. А вообще, через телефончик можно управлять всем. И светом тоже. Нажал такой, и цвет поменялся. Через штучки в стене можно регулировать температуру, управлять музыкой, смотреть в камеры, можно управлять разными помещениями в своем доме или квартире. Эта штука считывает качество воздуха. Когда в помещении слишком много людей, этот кругляшок красненький. И, мол, прощаться нужно с друзьями. Тут можно глянуть прогноз погоды и всякие дела. Ну а снаружи дом не такой умный, как я. Come on! I'm another fucking bleeding artist again!
тусовки и развлекаловок я присутствовал на интервью с хедлайнерами АФП. Каждому из них я задавал один и тот же вопрос. Как и с чего у тебя все началось? Все как один, но разными словами отвечали, что все пошло с подросткового возраста, лет 15-17, когда впервые попробовали замутить музыку в разных программах. Ну, а потом пошло-поехало. Армин, кстати, веселый и добрый мужик. Йоу, сап! Йоу! Руках. Да, вот эту штуковину мне дали, чтобы я поколесил прямо по территории фестиваля. Ну что, Сережа в привычной себе среде. Я погнал, девочка. Сейчас бы на самую верхнюю точку на АФП забраться, чуваки. Я выше всех, йоу. Вообще нельзя не сказать спасибо Альфа-банку за такое событие и возможность оплачивать все на фесте в одно касание их браслетами, которые, кстати, являются и пропуском на АФП. Уже сейчас в комментах на ОФ-канале многие иностранцы пишут, что у этого феста огромное будущее. Черно-желтый енот в этом году удивил всех. Я сейчас не про самую большую в Европе зону Wi-Fi, хотя за это тоже респект. Я про бота с Find Face, у которого я не забрал фоточки, ибо как лох не натыкался на фотографов. Все же я с нетерпением жду АФП 2017-го. Сейчас бы, короче, во время открытия отойти к умывальникам и все пропустить. Но издалека тоже неплохо смотрится. Раз, два, три.
Я быстрее залез. Просто он пись сосет. Я победил его. Я победил это все. Я царь. Аплодисменты. From future people, people of Russia, can I hear some noise for Pendulo? Can I hear some noise for Pendulo? Готовы занимать места?